Дорогие подписчики, сейчас Лавушки проводятся процедуры. Вчера после поездки в Иваново к профессору и чистки лапки мы привезли собачку в приют. И она, конечно, почувствовала облегчение какое-то относительно. И, значит, фактически мне чуть ли не разнесла весь вольер, в который она сидела. Но мне пришлось, так как у нас под таких собак не запланирован приют и нет возможности, да, мы ее посадили вот в этот новый вольер, вот где железом, видите, оббит. Нам не пришлось и внутри железом оббивать. Почему? Потому что вчера она в буквальном смысле слова разнесла этот вольер. Слегонца просто в легкую открыла дверь. Ну, естественно, мощная собака. Но я очень переживаю. Сейчас я буду просить помощи в том, чтобы построить ей вольер из железных прутьев, то есть усиленный вольер. Объясняю почему. Потому что у меня на территории есть собачки. Она может, если сейчас как она крепнет, да, она просто может вскрыть любой вольер и просто загрызть любую из собачек. Вот у меня это очень большие опасения. Поэтому я очень прошу, пожалуйста, помогите собрать финансово на... Или кто-то может чем-то что-то закупить, построить вольер именно для Алабая. Я, конечно, мы будем стараться... Ну, в первую очередь нам надо спасти лапку, да, второе... Естественно, если все будет нормально, мы будем искать хозяев для нее. Но еще раз хочу предупредить. Собаке 5-6 лет. Она со своим характером. И, значит, отдавать собаку просто на какие-то охранные мероприятия мы, естественно, этого делать не будем. Потому что у собаки уже нарушена психика по отношению с тем, что с ней сделали нелюди. Поэтому очень прошу помочь собрать на вольер. Этот вольер должен быть и комфортный для нее. Потому что, ну, конечно, будем надеяться на то, что попадутся люди, которые ее возьмут к себе в добрые руки. Это однозначно будем проверять, да. Но и на будущее даже такие вольеры в приюте нужны, потому что ситуации бывают, вот видите, ситуация какая. У нас уже есть собака-волкособ, у них под него сделан железный вольер, то есть собака тоже неуправляемая вообще. И ну, в приютах вообще должны быть такие запасные вольеры. Муху она гоняет, сейчас я муху тут отгоню.